Самарском художественном театре премьера по пьесе Александра Вампилова «Дом окнами в поле». Как проходили репетиции, в чем главная мысль спектакля, как проходил кастинг актеров, поговорим об этом в программе «Город С» сегодня в 18:15. Гости в студии – режиссер Самарского художественного театра Артур Бадолян, Анна Колганова и Сергей Трегубов, актеры Самарского художественного театра.